Внимание, басист разговаривает в микрофон. Здравствуйте. Друзья, на самом деле, на самом деле, это я, кстати, пою, не подключен. Да. Ночные ведьмы — это всеми наши героини, женщины, когда воевали на первых кукурузников, бомбили немцев, их прозвали немцы «Ночные ведьмы», потому что они не давали никому покоя. Это трек имена героических женщин, которые когда-то спасли наших бабушек, дедушек, ну и которым мы обязаны. И ушел с ним. Да, ты микрофон, да, да? Кстати, трек с таким названием есть у Сабатона и еще у многих других, да. Вот, у нас свое видение на этот счет. И, кстати, этот трек еще не вышел. И вы его сейчас услышите, представляете, еще до релиза. Вот. Такие дела. Special for you.
классная! Оценщая публика, даже мини-слэм я увидела, ребят! Это, блин, это вообще круто! Это очень круто! Короче, мерч покупаем, группу поддерживаем. Что еще? Фоточки. Еще! 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 Блин! Еще! Еще! Я хотела сказать, чтобы вы фотки присылали, если там есть какие видео. Потому что мы не видим шоу. Мы хотим увидеть со стороны. Ладно, ладно, еще. Давайте еще, окей. Ну, только последняя. Вчера нас в Питере тоже не отпускали, короче. А у нас поезд. У нас поезд вообще просто. Нам быстрее надо было там. Все. Спасибо. Видите, как классно вообще быть девушкой в мужской группе. Девчата, пользуйтесь. Вот. А мне что-то еще, по-моему, данное. Вот. Да, присылайте, короче, фотки, присылайте видео, добавляйтесь в друзья, следите за новостями. Мы собираемся еще и еще и еще сюда приезжать. Как бы от Курска здесь недалеко, от Челябинска вообще 2.5 часа лететь на самолете, что до Питера, что до Москвы, поэтому вообще no problems. Сыграешь? Ох, блин. У вокалистов есть, короче, у вокалистов есть такая поговорка: не пели давно и спели не очень. Вы быстро рифмуете, да? Вот, я не играла, ребята такие: давай тут. Я такая: ну окей. Что там? Гражданочка, давай! Давайте. Как у нее маникюр? Let's take our musical weapon and our hands. Let's stop this time and start. Let's
Спасибо за теплый прием. Замечательная публика. Давайте сфоткаемся вместе. Пятюни, давайте. Сейчас микрофон выключу. Всем раздам пятюни. Спасибо за поддержку. За жизнь. Ой, голодники, ручки.